И снова всем здравствуйте. У меня сегодня небольшая прогулочка образовалась. Пришел я на берег Томи. Надо прогуляться, короче. Маленечко. Чуть-чуть совсем. Вот столечко. Много что-то не могу я ходить. Надо травки одной надрать. Цикорий называется. И белоголовника чуть-чуть. Вот сейчас пойдем подальше от трассы, и там, если попадется, наберу корешков, накопаю и чаек изготовлю. Ну, как-то так. Все, мне тудой. Пришел оттуда, а тут дорогу завалило еще. Там он упал, тополина. Здесь упала. Вот она. Рухнула. Там поверху дорога есть, но я по ней не пошел. А что, если я по этой дороге сверну? Вот тополя какие. Так. Если я пойду вправо, я там не перейду. Ну вот так вот примерно выглядят тополя. Тополя плывут, облака, или стоят. Непонятно. А ветер дует. О, какие облака. Утром сегодня были красивые облака, когда я проснулся в окошко. И что-то у меня была мысль их сфотографировать, но я что-то отъехал дальше. Ладно, пойдем сюда. О, здесь семечки такие. Кто-то рушил. Тут точно возвращаться придется. Ну и возвернусь. А чё, я в кустики не захожу грузди посмотреть. Уже грузди на базаре продают. Двух сортов. И лохматые. И такие, как они называются, скрипун и грусть, еще какой-то белый грусть. Ну, я сколько здесь лазил, я всего раза два находил здесь грузди. И то один, два. О, тоже песочек. Песочечек хорошенький. Да, нарыли. Тут не было этого. Прям пляж. Ну и чё? Оказывается, там перейти, наверное, можно. Ну, еще не ясно. Ну, я думаю, да. Чё, по дороге бегаешь? Ты еще маленькая, не понимаешь, наверное, ничего. А летаешь тоже как правдичная.
Чё, хвост перевешивает, болтаешь? Ну, показывай, где твои чиликанята, или ты сам чиликаненок? Семечек-то у меня сегодня нету. Я перебросил. Я сегодня без семечек вышел. Вот сколько здесь много. Не одна она. Как вот скачет. Вон впереди там еще 3 штуки. Четко, да? Красивый пейзаж. Пейзаж. Ну, так я и знал. Это просто затон. Слева затонище. А это тоже. Здесь выкопали. А это прям нет. Это как так и было. Опять пришел я туда, где волгаря нашел. Перевернутого. Вон там будка стоит. Ну все, выходить надо мне отсюда. Там только вплавь. А мне на дамбу надо. Ну и как тут у нас? Рыбу не видать. И не плещется даже. Тишина мертвая. А нет, вон что-то кто-то всплеснулся. Ну да ладно. Такие вот красивые цветочки сиреневые. Шмелечечек какой-то маленький. Ну-ка пожужжи. Лучше пожужжи. Молодец. Ё-моё. О, мама с утками нарисовалась. Что-то они у нее маленькие, поздние, наверное. Ой, вон и рыба там булькается около них. Ладно, пойдем дальше. Ну и чё, где цикорий? Когда надо его, его не найдешь. Но я знаю, где он растет там, у нас прям во дворах. Я его там не стал драть. Ну и чё, где тут рыба? И опять тополя. Здесь больше ничего не растет, кроме тополей. О, здрасте. Я вас и не приметил. Вы это куда лыжи навострили? Все втроем обоя. А? Ну-ка иди сюда. Ути. Летать-то еще не научились, наверное. Не пуганные. Не стреляные. Погнали куда-то. Не успел чуть-чуть. Тут еще один бродяга прилетел. Чё? Хочешь сказать? Все, иди отсюда. Голова закружилась аж. Его ловить. На этой протоке, затоне вернее, зимой рыбачат, весной. Здесь все рыбаки собираются. О, походу я сейчас здесь еще подорожника надеру. Он какой красивый.
да здоровый. Его нельзя никак игнорировать. Сейчас я его соберу. О, тут еще и мята образовалась. Вот она. А? Вкусненькая. Ух ты! Где еще? Надо смотреть повнимательнее, короче. Мята. Вот она. Такая вот. Ой, вкусно. Все, ищу дальше. Вот подорожнику набрал. Листиков 30 сорвал, мне хватит. Это на чаек. Чаек запарим. Пока больше не вижу. Напугала меня вон там. Вон она плывет, уточка. Я к берегу начал подходить, она как бабахнет здесь. И побежала. Побегом. Этот летает. Он ее схряпает сейчас. Вот он что тут кружится-то. Все ясненько с ним. Что, по берегу идти или? Или. Нет, туда я не полезу. Пришел оттуда. И вот выхожу. Затон у меня остался в сторонке. Здесь вот навес кто-то соорудил из рыбаков. Видать, от дождя прятались. Все. Я выполз. Вот так вот здесь. Чайки летают. И коршуны еще летают. Это что такое? Ну да ладно. Ну вот. Спрятались. Вылезаю я отсюда. Фух. О, ромашка. Это не ромашка, не вимянник. Вон ромашка. Вот ромашку я сейчас надеру. Вот и ромашка, вот пижма. Мне не надо пижма. Это пижма. Так и охота запеть. Ты же меня пидманула. А вот ромашка. Вот я ее и сорву. Оставлю маленько. Вот ромашка. Вот ромашка. Вот такие ромашки у меня будут. Вот разница в чем. В ромашке цветочек маленький, а у невмяника большой. Вот это ромашка, вот это вот. А это не ромашка. Вернее, вот это не ромашка, а вот это ромашка. Все. О, так, что я еще хотел? Тысячелистник. Вот этот сорву. Вот этот буду драть. Ну, он же плохо рвется. Хорошо. А, я же говорю, он сразу с корнем выдирается. Все, началось. Ладно. Вон лобозник. Мне не надо. Лобозник у меня есть. Пижма нам не надо. Нам надо цикорий. Вот она, ромашка. Попалась. Она уже тут засыхает. Ну и что? Нам какая разница? Все равно сушить. Еще. Он один оставил кусочек на развод. Что у нас тут еще есть? О, матрешка.
матрешка есть. Так, берем. Маленечко тоже берем. Матрешечки. Вот она, матрешечка. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Хо, так у меня сейчас букет получится цветов. Прям обалденный. Обалденный. Иди сюда. Так, все в кучу. Собирайтесь. Дети в кучу. Я что-то расскажу всем. Ну, матрешки. Бабушки на рву матрешки. Пусть чай пьет. О, какое уже букетище. А еще вот эти к ним. Вообще Монтана. Фух. Так. Лобозник не буду, я же сказал. Пока не буду. Вдруг мне настроение появится его надрать. Так, что у нас тут еще есть? Вылазим, вылазим. Сосенки окочурились. Что-то им тут не хватило. Видать, недавно. Ладно. Мы пойдем дальше. Здесь вот такую площадку разбабахали. Для какой цели? Никто не знает. Тут карьеры. Тоже трактор поработал. Значит, туда дорога есть. Пойду схожу туда вон. Туда пойду. О, сколько. Набузовал. Белоголовник, ромашка. Пока. Ветерок дует. Хорошо прям. Ни жарко, ни холодно. Вчера вообще жарко, не было нисколечко, даже прохладно было, ветер был какой-то не такой. Вот так, ты что там сидишь, стоишь вернее? Накупалась, наверное, греется. Околела. Сейчас я подойду к тебе, не уходи. А, не пойду я к ней. А что мне к ней делать с ней? О чем разговаривать? Она все равно сейчас убежит от меня. Или улетит. Все, пока. К речке подойти. Пойду спущусь один раз, пока здесь можно спуститься. Ой. О, как вы думаете, как он держится? Он держится вот так. Ну, давай делайся меньше. Вот так он держится. Вкоптился и не падает. Опять пижма.
Вон какая рясная. Ну а что у нас тут? О! Пожалуйста. Грибочек от комарочков. Вот он. Кому надо, приходите, забирайте. Малинка какая. Махочка, махочка. Ага. А вон там этот летает орел. Беркут. Или кто он? Сейчас он ее. Все, пал, 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 и я пал. О! Целых два их. Ну и где? Все, она удрала. Фух. Утят ловят по-любому. Вот, наверное, маманька и сидела здесь. А может, рыбок ловят. Ладно, пусть ловят. Это их дела. Я им не помощник. Так. Ё-моё, все, пристрелили кого-то. Где-то. О, сколько малины много-то. Малинник. О, сколько малины. Прям навалом. Все усыпано. Вон какие гроздья там хорошие висят. Спуститься. Все, пошел я домой. Чё ходить? Нету нифига. Вон сколь малины. Малинки поешь и успокойся. Раз. Два. Три. Четыре. Это не такая какая-то. Та сразу было видно, вкуснее была. Это прям такая, как сказать, плотненькая. О, ну-ка иди сюда, вылазь. О, какая. Ну, я поем вас все равно. О, сколько насобирал. Вкусная, сладкая. Но кислинка присутствует. Все равно дикие же, дикошарые. О, это прям вообще вон малиновая. Прям малиновая вся. Как это вкусно. Вот она мелочь пузатая. Так, уйди отсюда. Вообще караул. Черемуха бывает толще в размером. Ой, сколько много ее тут. Какая она вкусная. Я вот даже знаю уже, что она вкусная. Ой, ё-моё. Упала. Да, такую малинку собирать. Устанет рука.
собирал долго. Сейчас проглочу за одну секунду и все. И дальше пойду. Вот они. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. И сахару не надо. Вот еще куст. Все, не пойду. О, мать и мачеха есть. Вон они, утки. Я же говорю, эти здесь два не зря кружили под этими облаками. Вон они купаются. Так, ладно. Мать и мачеха. Рвать не буду, мне не надо. Здесь сразу видно, рыба есть. Здесь чебаки, скорее всего, водятся, караси. Может, щука попасться. Ну, пескарь, возможно. Не знаю, короче, я что здесь есть. Но вот эти три точно есть. А вот и место рыбацкое здесь. Все, я пошел дальше. Ну, не рыбачу я уже лет 5, наверное. Вообще не рыбачу. Вон они выстроились. 3, 6, 7 штук. О, сколько много, убежало сразу. Сверху грелись. Мальки, наверное. А с этой стороны побегут. Рыба! Ты где? Тут коряги и дно видно. Так, а здесь что хотят делать? Здесь что-то хотят делать. Да, скорее всего, здесь будут что-то строить. Какой-нибудь опять дяденька, кошелечек чей-то, что-то построить себе. Ой. По-моему, где-то я ергу увидел, что она мне в глаза так бросилась сразу. Вот она, вот она ерга, вот она ерга, и она, по-моему, есть здесь одна. Я ее съем. Угу. О, буржуи живут. Пожалуйста. Вот так живут буржуи. Депутаты, скорее всего. Ну или что-нибудь в этом роде. Другого тут просто не дано. Ну вот здесь идет расчистка. Вернее, уже расчистили все.
дрова кому надо, приезжайте, забирайте, они тут никому не нужны, все равно валяются. Вот тут их валом, вот их просто валом, пропасть целая. Можно было поскупаться, но я не буду. Все, приехал гусь лапчатый. Или в обход, или вплавь. Выбирай. Я так и знал, что так и будет. Ну что, мне делать? В обход или вплавь? Я пойду в обход. Фу, мочиться я не буду. Мне на больницу надо. Ну вот и все. Такая прогулка. Вот за этого букета. И еще в рюкзаке там есть. Ну. Всем пока. Пока.